Сегодня у меня обычные фаршированные перцы. Перцы как перцы. Итак, фарш. Лук, перец, соль. Перемешиваем. И добавляем макароны. Я их отварила. Все перемешиваем. Необычные ежики. Получаются ежики с гарниром. Можно, конечно, их отдельно и пожарить, и также стушить. Но мы все в одну кастрюльку. Я думаю, идея вам понятна. Это большой. И что же у нас получилось? А получилось-то целых два блюда.